А вот за нарушение банковского законодательства наказание гораздо серьезнее. Сегодня Центробанк отозвал две лицензии – у Европейского трастового банка и Линкбанка. Если у последнего отделения в Кирове нет, то подразделение Евротрастбанка в нашем городе работает уже 8 лет. Что делать вкладчикам в случае, если финансовое учреждение прекращает существовать? В нашей рубрике «Имею право». И для юридических, и для физических лиц в этом банке отныне приема нет. А вот желающие попасть в офис Евротраст появляются постоянно. Сегодня по радио услыхал, что отозвана лицензия у этого банка. Комментировать ситуацию никто из вкладчиков не хочет. Пытаются узнать подробности, что же случилось. Мы спросили об этом в Главном управлении Центробанка по Кировской области. По данным учреждения, сейчас операционным офисом управляет временная администрация. А лицензия отозвана у руководства Евротраста из-за нарушения банковского законодательства. У банка были установлены Банком России факты существенной недостоверности отчетности. Неспособность банка проявилась в последнее время удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам. А клиенты неработающего банка тем временем обсуждают главный вопрос – как вернуть свои деньги. Делятся тем, что прочитали. Выплаты будут с 25 февраля. И действительно, рассказывает юрист Ян Чеботарев, вклады до 700 тысяч рублей застрахованы государством. И эти деньги выплатят кировчанам в течение 2 недель. Необходимо сделать всего-навсего 2 вещи. Первое – это написать заявление по образцу, который устанавливает как раз агентство по страхованию вкладов. Это можно зайти в сеть интернет на сайт агентства, скачать образец такого заявления. И второе, представляются документы, удостоверяющие личность. Если сумма вклада больше 700 тысяч, остальные деньги придется получать через суд. Елена Чехомова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича.